Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Поросяткам уже месяц. Сейчас мы их поважим, посмотрим. В принципе, уже готовы к продаже. Будем делать, посмотрите. Выгоним маму для начала. Вот этого лысого. Давай, вали. Все, пойдем, давай. Куда? Куда? Куда морды? Куда? Молодец. О, 10 кг. 10 килограмм. Давай еще. Это же тяжелее. Вот это 11. О! Вот. В месячном возрасте. Давай еще. Да куда вы? Не-не-не. Не все сразу. Так, делайте, чтобы они у них был возможность смыться. Это 9. Ну, в районе 9, 10, 11, 2. Вот так, все, я последний. Это ж будет тёрно, может, 9, 10. 9. Цель тоже 9. В общем, вот такой вес в месячном возрасте. В принципе, я думаю, это у них нормальный результат. Месячный поросенок должен весить в районе 9 килограмм. Ну, тут видите, 9, 10, 11, крупный по 11. Это даже как бы чуть больше, чем, ну, как бы, как должно быть. Поросята уже полностью кушают, хоть они еще маму и посасывают, но едят все зерно, все, что дается мамой, получается, то и они едят. Зерно с БМВД идет уже неделю, наверное, полторы. Ну, они едят с БМВД, все как положено. Поэтому, в принципе, не дрыщут, ничего, никаких проблем нет. Полностью готовы к продаже. Цена на поросят в данный момент... В данный момент времени цена на поросят, ну, где-то колеблется от 900 до 1000 гривен в нашем регионе за поросенка. Поэтому будем продавать, смотреть. На рынок возить их, конечно, не будем. Это дело неблагодарное. Но выложить на ЛХ самое оно. Вылаживая на ЛХ, лучше, конечно, сделать... Оплатить там 7 гривен, там сколько, 15 за неделю рекламы, и объявление будет всегда вываливаться вверху. Продать тогда их будет очень просто. Поэтому, ну вот как-то так. Как только мы их продадим, на пятый день будем случать повторно уже свиноматку. Ну и, соответственно, продолжать процесс добывания денег из свиней. Поросятки с мамой едят все, что видит, все, что мама кушает, то и они. Как видите, поросятки и травку едят, но так особо на травку вы не налегаете, потому что могут обдрыстаться. Но при этом кушают уже все. И кушают хорошо. Сейчас я загляну. В принципе, в этом опоросе было 10 поросят, но это как бы нормальная нагрузка такая на свиноматку. Свиноматка уже такое. Ну, в принципе, особо она там не это самое. Это из-за того, что она получает норму БМВД в корм суточную.
И, соответственно, особой потери веса у нее нет. Плюс хорошо поросятки растут, но в месячном возрасте они от 9 до 11 килограмм вес. Как видите, он бегает и лысенькие есть, и мохнатые. Ну, лучше, конечно, лысые, чтобы все были. Ну, в этом вопросе так получилось. Больше на маму, как бы. Хотя он мохнатый, он девочка. Смотри, какая стоит, уши вперед, глаза закрывают. Вот это вот крысеныш какой-то. В общем, поросятки уже полностью подготовлены к продаже, поэтому осталось им с мамой просидеть тут недолго. Я думаю, не больше нескольких дней уйдут. Время сейчас такое не очень для продажи, конечно. Хотя цена пошла на поросят, трошки поднимается. То вообще упала чуть ли не до 700 гривен. Сейчас уже до 1000 поднялась, но урожая нету пока. Поэтому особо спрос, ну я не знаю, как он там будет. Ну, в принципе, мы должны уйти и посмотрим. Покажем. Ну, рыжик, слезть бабушку, которая только что их разбрасывала. Сальто тут такое только что делали. Дорвались до улицы, ну, весь поцарапанный, значит, гонял тут только что дурачок. И он реально такой же дурачок. Корень нету, чтобы нечего было найти, он зубы точит, стоит. В общем, поросятки были привиты дважды железом, дважды витаминами широкого спектра. Травит, вот, самые дорогие, как бы, что у нас тут были, 250 гривен, по-моему, стоят. Они чем хороши, у них там, по-моему, 5 групп витаминов сразу намешано. И вот после укола даже сразу чувствуется, видно по ним, как они начинают набирать активно в весе. Тут еще перепады из-за того происходят. Смотри, кто. Такие огромные. Перепады в их размерах из-за того еще происходят, что некоторым досталась сиська, допустим, спереди, та, что более молоко жирное, некоторым сзади. Сейчас, как они уже перейдут на свое питание подножное, не будут зависеть от сиськи, им будут и расти лучше. И как бы корм будет у них постоянно, будут есть уже одну дверь, а не так, что набили молоко в пузо. Ну вот как раз где-то в возрасте месяц, неделя, месяц-две можно смело их отлучать. Вот и месяц, пока найдутся новые хозяева, пройдет максимум там, ну я надеюсь, что пройдет неделя, может быстрее уйдут. Соответственно, все будет у них нормально. Ну вот такие вот. Вот такие вырастают поросятки. Ничего сложного, в принципе, нет. Если свиноматка хорошая, не требует к себе особого ни внимания, никаких описаний. А с использованием еще и подстилки глубокой, даже говно не надо выгребать, нюхать. Ну, вы сами видели, полы всегда, в принципе, в нормальном состоянии. Никаких мероприятий по их уборке не проводится вообще. Да и поросятки чистые, я их выпускаю, они вот там в болоте поваляться рыбы. Как вот не зря же говорят, свинья болото знает. Ну, в общем, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.